Всем привет, это Пара Спицы, с вами Тоня Февралева. Сегодня буду показывать вам, как вязать узор горизонтальная елочка. А пока обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте мне лайк, напишите хорошие слова в комментариях, мне будет очень приятно. Итак, раппорт этого узора 2 петли плюс 2 кромочные и 2 ряда. Первый ряд, кромочная петля, 1 петля лицевая. Дальше у нас идет раппорт. Одну петлю сняли просто. Одну петлю провязали лицевой. Теперь снятую петлю накинули на провязанную и, не снимая, провязали эту снятую петлю лицевой. И так вяжем до конца ряда. Сняли петлю, вторую провязали лицевой, снятую сняли на надели на провязанную петлю, провязали ее за заднюю стенку. Доходим до последних двух петель, провязываем 1 лицевая в конце и последняя кромочная. Второй ряд, кромочная петля, дальше раппорт. 2 петли провязываем вместе изнаночной и потом первую петельку еще раз провязываем изнаночной и снимаем обе петли. Еще раз покажу, 2 петли провязываем изнаночной. Первую петельку еще раз провязываем изнаночной, сняли обе петли. И так вяжем до конца ряда. Последняя петля кромочная. Повторяйте эти два ряда, и у вас получится вот такая вот красивая елочка. Так выглядит изнаночная сторона узора. Узор достаточно эластичный, достаточно плотный. То есть подойдет такой узор и для шапки, и для кардигана, и для свитера. Надеюсь, это видео было для вас полезным. С вами была Тоня Февралева. Я всех вас целую и обнимаю. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте мне лайк и пишите в комментариях хорошие и добрые слова. Всех целую, всех обнимаю. Всем пока!